пропустил самую первую нашу акцию 5 декабря на Чистых прудах. Он сидел. Потом он пропустил вторую акцию 10 декабря. У него была голодовка, он находился под арестом. Потом он пропустил акцию 24 декабря. Он вел сухую голодовку, находился под арестом. Но сейчас он с нами, Сергей Удальцов. Друзья, сегодня нас убеждают с телеэкранов, что вчера прошли самые честные и чистые выборы. У меня возникает один вопрос. Если прошли самые честные выборы, какого черта Москва оккупирована войсками? Какого черта? Когда проходят самые честные и чистые выборы, народ радуется, народ празднует. А у меня после вчерашнего грязного, непотребного действа под названием «выборы» возникает ненависть к этой системе. Ненависть. И я никогда не признаю эти выборы. Та власть, которая избрана и в декабре, и 4 марта, это нелегитимная власть, согласны? Мы не можем ее признать законной, согласны? Возникает вопрос, а что же делать дальше? Мы 3 месяца выходили, 100 тысяч, больше, в разных городах. Мы им говорили, проведите честные выборы, проведите реформы. Но они опять устроили вчера вот эту грязную возню. И недаром Путин плакал, он понял, что теперь его уже не простят. Народ его не простит. Потому что он опять изнасиловал всю Россию вчера. Изнасиловал в извращенной форме. Я считаю, это мой выбор. Если мы и дальше будем приходить и уходить, мы никогда ничего не добьемся. Сколько можно играть с ними в эти игры? Да, они сегодня весь центр наводнили войсками. Они ждут, что кто-то будет куда-то прорываться. Нет, я считаю, самый правильный способ, и я сделаю именно так. А уж кто поддержит или нет, решайте сами. Я сегодня с этой площади не уйду! Вот я не уйду! Я никого ни к чему не призываю! Буду стоять, пока не уйдет Путин! Я не уйду! И давайте не уйдем, пока не уйдет Путин! Россия без Путина! Россия! Ну, чтобы вы понимали, друзья, я не пошутил, что я не уйду. Я вот здесь буду стоять. Если поддержите, буду благодарен. Спасибо.